На конкурс дети читают стихи. Зрятая Има, 12 лет, средняя общеобразовательная школа номер 14, города Хасавюрта, 6 А класс, баллада о матери Андрей Дементьев. Постарела мать за много лет, а вести от сына нет и нет. Но она все продолжает ждать, потому что верит, потому что мать. И на что надеется она? Много лет, как кончилась война, много лет, как все пришли назад, кроме мертвых, что в земле лежат. Сколько их в то дальнее село, мальчиков без усов не пришло. Раз село прислали по весне, фильм документальный о войне. Все пришли в кино, и стар, и мал, кто познал войну и кто не знал, перед горкой памяти людской разливалась ненависть рекой. Трудно было это вспоминать. Вдруг с экрана сын взглянул на мать. Мать узнала сына в тот же миг, и пронесся материнский крик. «Алексей! Алешенька! Сынок!» Словно сын ее услышать мог. Он рванулся из траншеи в бой. Встала мать прикрыть его собой. Все боялось, вдруг он упадет, но сквозь годы мчался сын вперед. «Алексей!» — кричали земляки. «Алексей!» — просили. «Да беги!» Кадр сменился, сын остался жить. Просит мать о сыне повторить. И опять в атаку он бежит. Жив-здоров, не ранен, не убит. «Алексей! Алешенька! Сынок!» Словно сын ее услышать мог. Дома все ей чудилось кино. Все ждала, вот-вот сейчас в окно. Посреди тревожной тишины постучится сын ее с войны.